Мара. How are you today? Привет, Мара. Как твои дела? Привет, Ориетта. Я счастлив участвовать на этой выставке. Мы на Мипелле, и для нас очень важно это. Мы делаем большую ставку на это мероприятие. Представьте, пожалуйста, вашу компанию. Ну, конечно, Ориетта. Мы Линио Визона. Это семейная компания. Основал ее мой отец Плинио. Ныне Давида, мой брат, и я продолжаем с любовью и энергией семейное дело. Здорово, здорово. Сколько лет вы работаете на ферме? Я с ранней молодости, сразу же после окончания школы. Я присоединилась к компании, вошла на фирму и с полным погружением в мир Линио Визона. Очень интересно, в чем имидж вашей продукции? Имидж нашей продукции – это, как вы видите, это без времени продукция высокого качества с акцентом на современные мотивы и тенденции. Это означает, что это не только для матерей, но и для их дочерей. Здорово. Для всех поколений могут использоваться, всеми поколениями. Очень важно для нас то, что мы несем качество, дизайн и итальянскую продукцию молодым поколениям, чтобы они знали итальянское качество, настоящее итальянское качество, made in Italy. Вы говорите о made in Italy. Какие детали характеризуют вашу продукцию и делают ее уникально итальянской? Очень хороший вопрос, Ориетта. Я думаю, что итальянское качество узнается тактильно. Мягкая кожа, мягкость кожи, а также элегантные металлические части в нашем собственном стиле. Это, конечно же, не ширпотреб. Кроме того, это особое ощущение, легкость. Особенно важно иметь возможность увидеть и потрогать вживую наши изделия. Я понимаю, что касание – важнейший элемент для клиента. Как объяснить это словами, вот такое ощущение? Вот еще одна сумка для пояснения, будет яснее. Использую этот пример. Это символ мягкости и легкости, данный нам в ощущениях. Легкость очень важна. Кроме того, Ориетта, удобство раскрывания очень имеет большое значение. Видите, как оно легко открывается. Мягкость, легкость, качество и дизайн. Теперь я понимаю. Теперь я действительно понимаю. Я думаю, что у вас есть какие-то детали, которые являются вашими фирменными. Да, вы правы. Вот, допустим, это наша фирменная стежка. Это особая стежка. Это наш, можно сказать, фирменный знак, покрытый патентом по всему миру. Такая стежка – гарантия того, что это действительно наша сумка. Прекрасно. Это действительно узнаваемо. Это деталь, это ваша подпись. Мне хотелось бы узнать, что изменилось на фирме, в ее продукции за последнее время? Конечно, в последние сложные времена мы приняли решение укреплять наш потенциал, вводить новые модели, новые интересные изделия. Допустим, мы решили производить сандали в тон нашей коллекции.
сумками, та же кожа, та же фурнитура, также мягкость, та же гибкость, то есть гибкость, да? То есть видите, какая мягкая сандалика. Та же концепция наших сумок перенесена на сандалии. Это не только сандалии, но это еще и браслеты, маски. Вот это последняя новинка, вот как видите. Очень красиво, здорово, прекрасно выглядит. Как здорово. С фирменной стежкой. Вы следите за стилем жизни клиентов. Хотите быть актуальным. Я вижу, что вы стремитесь быть на гребне волны. Опишите вашего клиента. Наши клиенты — это, как правило, элегантные, утонченные дамы, стремящиеся выделиться, очень-очень требовательные. Очень важно внимание к мельчайшим деталям и особенностям. Нечто необычное должно быть. Прекрасно. Вы удовлетворяете вкусы современных женщин. Вот все эти детали, которые итальянским вкусом отличаются. Да. Мы впитываем, прежде всего, информацию от наших постоянных клиентов, которые возвращаются неоднократно, ищут новинки. Мы с ними общаемся. Я понимаю, что уверенность в продукции – это залог устойчивого успеха, потому что повторная покупка значит, что клиент доволен предыдущим. Это и стиль, и дизайн, и качество. Всем доволен. Прекрасно, очень здорово. Спасибо, Риетта. И приятного продолжения дня. Вам тоже приятного дня и удачной выставки. Спасибо, Риетта. До свидания.